Член общественного объединения «Белая Русь» многодетная мама Рита Скалкович работает в Каменецком ЖКХ с обращениями граждан. Она помогает решать людям насущные вопросы по долгу службы, а по личным убеждениям, как человек неравнодушный к будущему страны, принимает активное участие в создании новой политической партии «Белая Русь». Я являюсь делегатом на учредительный съезд, который состоится 18 марта в Минске. Буду представлять Каменецкий район в числе троих делегатов. Мне не безразлично будущее нашей страны, моих детей. И сегодня в мире происходят негативные события по расшатыванию государственности, навязыванию националистических идей. Наша Беларусь является островком мира, благополучия, спокойствия. И хотелось бы, чтобы так оставалось и дальше. Мы должны, считаю, приложить все усилия, чтобы сохранить это, приумножить. Всего с февраля месяца в Беларуси прошло 147 учредительных собраний, участие в которых приняли 15 900 человек. В ходе данных мероприятий было выдвинуто 1002 делегата, каждый из которых является патриотом своей страны и желает менять ее жизнь к лучшему. Эти слова в полной мере относятся и к Ивану Ликуновичу, начальнику инструментального участка на предприятии «Брестмаш». Ценный сотрудник, который несет ответственность за работу многих людей, уверен, что его активность и желание быть полезным стране будут актуальны на учредительном съезде, куда он отправится в качестве делегата. Когда мы вступим в политическую партию, у нас будет больше возможностей раскрыться, показать свой потенциал, то есть, и достучаться до каких-то дверей, чтобы нас видели, нас понимали. Нас услышали. Белорусская политическая партия «Белая Русь» будет эффективным посредником в диалоге между гражданами и государством. А ее стратегическая цель – укрепление независимой, сильной, процветающей страны и построение социально справедливого общества. Уже сейчас опубликована программа партии, а каждый желающий может принять участие в ее общественном обсуждении.